Здравствуйте, меня зовут Александр Немежанский, я специалист по маркетингу группы CDS. Мы с вами вернулись на объект CDS «Черная речка». И начнем наш обзор с отличной новости. Стартовали продажи квартир в финальном корпусе проекта в 9-м. А это значит, вы можете выбрать уникальные планировки по выгодным ценам. Ну а мы отправляемся на стройку и посмотрим готовность квартир. Мы на строительной площадке 4-го корпуса. Как мы видим, монолитные работы завершены. На фасаде закреплен утеплитель, установлены направляющие для вентилируемого фасада. Начали монтаж терракоты клинкерного кирпича и керамогранита. Установлены стеклопакеты, начали монтаж витражных конструкций на балконах и лоджиях. Давайте заглянем вовнутрь дома и посмотрим на состояние квартир. Мы переместились в квартиру с двумя спальнями и просторной кухней-гостиной. Как мы видим, готова разводка системы отопления, залита стяжка, устанавливаются радиаторы. Произведено штробление стен под разводку электричества. В санузлах смонтированы стояки горячего и холодного водоснабжения. Это весьма интересная планировка. Грязная точка вынесена с путей перемещения по квартире. И тут же на входе есть гостевой санузел. Его легко переоборудовать под постирочную, к примеру. Центральная ориентированная кухня-гостиная достаточного метража, почти 22 квадратных метра, чтобы вместить угловую кухню, столовую и диванную группу. В комнате, что справа от меня, хватит места для двухспальной кровати, шкафа для хранения и рабочего стола. Комната, что слева от меня, мастер-спальня со своим санузлом почти 6,5 квадратных метров и выходом на лоджию 5 квадратных метров. Практически идеальная квартира для семьи с одним ребенком. Все окна этой квартиры выходят на набережную Черной речки, поэтому вы всегда сможете любоваться неспешным течением реки. Мы в квартире с тремя спальнями и просторной кухней-гостиной. Ранее мы здесь были, любовались видом на Петроградскую сторону и Большую Невку. Сейчас мы рассмотрим эту планировку более подробно. Итак, мы в коридоре. Справа от меня ниша глубиной 60 см для размещения системы хранения сезонной одежды и обуви. Далее гостевой санузел. Из коридора мы попадаем в просторную кухню-гостиную. Ее площадь почти 32 квадратных метра. Плюс из нее есть выход на компактную лоджию, где можно разместить отличное место для отдыха с уникальным видом на рассветы. Вернемся в квартиру. Справа от меня ниша для размещения кухонного фронта. Слева от меня можно расположить обеденный стол и диван в центре комнаты. Слева от меня родительская мастер-спальня с необходимым набором опций. Место для двухспальной кровати, туалетного столика, полки с книгами, телевизора. Собственная гардеробная с проходом в отдельную ванную. Справа от меня две детские комнаты, которые отделены от основного объема квартиры собственной гардеробной и санузлом. В спальнях достаточно места для кроватей, учебных столов и мест для хранения школьных предметов и игрушек. Ну и посмотрите, какой вид открывается на панораму реки. Мы находимся возле 6, 7 и 8 корпуса. Они готовятся к вводу в эксплуатацию в конце этого года. Как мы видим, фасадные работы практически завершены. Стеклопакеты и витражные остекления уже установлены. Посмотрим, какие работы ведутся внутри корпуса. Мы в 8 корпусе, в квартире с тремя спальнями и кухней-гостиной. Комнаты этой квартиры выходят на южную сторону, в них всегда будет много солнечного света. Эти комнаты можно использовать как гостевые или детские. Слева от меня просторная кухня-гостиная, настоящее сердце дома. В нее очень хорошо впишется кухонный фронт, диванная группа для вечерних просмотров фильма. И в нишу с видом на центр города гармонично впишется обеденный стол для всей семьи. Конечно же, в такой большой квартире мы предусмотрели три санузла. Два из них находятся при входе в квартиру, а один из них находится в мастер-спальне, и у него есть собственное окно. В CDS «Черная речка» мы передаем квартиры с черновой отделкой. Но в шоуруме вы можете посмотреть, как помещения будут выглядеть после ремонта, а также ознакомиться с такими планировочными решениями, как увеличенная кухня-гостиная, мастер-спальня и ванна с окном. Записаться в шоурум можно в офисе продаж, который работает ежедневно с 10 до 19:00. А на этом у меня пока все. До новых встреч!